Привет, друг! Не закрывай, пожалуйста, это видео. Досмотри его до конца. И если тебе оно понравится, то поставь лайкосик. Жирненький лайкосик такой. Прям бабахни на него, сосед дурик. Или тебе, если тебе оно не понравится, поставь дизлайк. Напиши положительный комментарий. Подпишись на канал. Расскажи о канале друзьям. И на фоне дров и костерка мы начинаем. Погнали нахуй! Ёбаный в рот! Привет, друзья! Вы на канале Banana Game. И сегодня я вам хотел рассказать про такой фарм на локации окрестности Любича, или как его еще называют, гурман. Фарм состоит на срезание медальонов. Медальонов с ведунов. Так, ведуны находятся на квадрате К14-4. Вот, получается, ну вот получается вот в этой зелененькой точке. Вот так, если быть просто выражаться на зелененькой точке. Я просто похлопаю. Вот так. Так, фарм этот, я вам сказал, прибыльный. С них не только медальоны падают, но и медальоны нужны для задания сезон охоты. Вот так вот. Нужно для него, для этого. И с них еще могут выпасть антигравы. Но это очень редко случай. Ну, редко выпадают, но все равно выпадают. Но при том, если у вас прокачан навык обыска. Сейчас у меня он не прокачанный. Выживание, вот обыск. Если он у вас прокачан на максимум, то с них будут выпадать очень ценные вещи. Еще может что-то выпадет, я точно не знаю, пока только антиграф бэшный выпадал. Антиграф бэшный, если чтобы вы знали, можно продать за 91 тысячу. Его продают в этой лаборатории. Вот здесь, в научной лаборатории. Не верил, нет, не мог. Я вот не так недавно пришел с каравана, я вот антиграфы продал, получается, у меня был заполнен один контейнер. Вот, полностью один контейнер и один вот этот большой еще. Два с половинкой получается. Вот так вот. Я продал за 90, за 600к. Можно так сказать. Сейчас я вам покажу. Их сейчас пофиксили. Вот, они вот так вот выглядят. Ребят, их лучше не подпускать к себе, потому что они отцепляют. Вот, еще один. Так, может, что выпадет? Кончились. Ну что, вот, что они делают. Ну нахер. Отец. Да я ж пошутил. Я вам просто покажу. Если кто не знает, вот. Все, мне пиздец. Ну, ребят, фармитесь на этом фарме. Фарм действительно хороший, прибыльный. Вон еще какой-то мужичок ходится. И кстати, на ведунах очень много народу, ребят. Прям вот очень много народу. Потому что по человека 3 точно тут может быть. Ну, на этом все. С вами был Banana Game. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите положительные комментарии. С вами был еще раз Banana Game. Всем пока! Let's go.